Привет, друзья! Вот уже почти скоро 2 года я веду свой аккаунт на TikTok. Ну, скажу так, веду довольно успешно. Вот. Но недавно произошел довольно-таки беспрецедентный случай, и заключается он в следующем. Я разместил 2 ролика. Первый ролик – это ролик, посвященный неудачному запуску ракеты «Калибр» с большого противолодочного корабля «Маршал Шарль». И второй ролик, посвященный историческому параду 2010 года на Красной площади, параду, в котором принимали участие сводные отряды европейских государств, включая Украину. Колонны начальник факультета Академии полковник Павел Синишин. В суровые годы войны около 11 тысяч офицеров отправились на фронт. 14 из них – герои Советского Союза. Среди курсантов – потомки героев-фронтовиков. Проходят военнослужащие роты почетного караула вооруженных сил Польши. Неоспорим. Так вот, и первый, и второй ролик TikTok забанил с формулировкой «незаконное действие и запрещенные товары». И у меня возникает вопрос, какие нелегальные действия и запрещенные товары администрация TikTok увидела в запуске ракеты с корабля ВМФ России и в демонстрации видео с парада Победы на Красной площади. Я понимаю, что TikTok мне никакого ответа не даст. Администрация TikTok никакого ответа не даст. Но хотелось бы слышать ваше мнение, мои друзья, зрители, подписчики. Вот. Ну и чудные твои деяния, TikTok.